вернуть тебе доверие. Все идет. Главное, отдохни, сейчас разомнись немножко. Ты делал несколько подходов? Слишком громко он об этом говорит. Единицы просто повторять, делать, да, Саня? Наверное. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Если вы хотите чему-то научиться, хотя сейчас уже довольно холодное время, и поздновато, то тоже можете спрашивать меня, можете спрашивать Саню, мы объясним. Он объяснит. Давай объясним. Вот. В принципе, можете обращаться ко мне, к Сане, ко всем ребятам, которые здесь сейчас есть, они с сайта. Поэтому вы должны их всех заочно уже знать. Кроме той девочки в капюшоне. Кроме девочки, да. Оль, зарегистрируйся на сайте, чтобы не выделяться особо. Да, а то ты здесь одна такая. Да. Просто белая ворона. И вообще, у тебя нет регистрации. Да, по списку. Мы там как бы напишем, я иду. Знаешь, там на фотке подписывают всех по никам и пишут Оля. Да, как бы, понимаешь? Это немножко удивляет людей. Вот как-то так. Игорюк, ты все еще в их не научился? Ты чего? Он уже умеет. Он умеет, а он просто забыл. Сейчас он вспомнит. Думаешь, спросить, кто не умеет делать выход и научить этих людей? Сегодня холодно. Сегодня холодно. Да все умеют, да? Да. Нет. Она не умеет. Рано пока еще. Говорите тем, кому реально это. Давайте. Кто еще не умеет выход, и он думает, что может его? Ну или не думает. Я всех научил оставшихся. Всех? Утром. Кого? Да, вот. Нет, всех научил. Умеешь? Нет. Видишь? А его не было, первый раз пришел. Согласен. Да, ладно, ладно, тебе это повезло, это повезло. Всех. Кто у нас второй раз и не умеет выход на две? О, привет, Натали. Привет. Привет. Я уже умею, но халявный. Да. Так. Втягивание. Яра потерялся где-то, набери ему. Он обещает. А ты умеешь выход? Он уже рядом. Выход без рук. А не берет он меня. А, вот, я знаю. Что, 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 кто, кто, кто? Умеешь выход на две? Пока нет. Ага! Умеет. Виноват. Умеет. Иди учи. Умеет. Иди учи. Умеет. Умеет, но сейчас уже устал. Что за? Начало трения. Нет, ну сейчас он отдохнет и сделает. Он отдохнет и сделает, я тебе говорю, сейчас он запишет. Все, иди, иди. Антон. Трение глазами Сани, вы шутите? Вам не нужно смотреть трение моими глазами, ясно, пацаны? Нужно использовать эти возможности по максимуму. Не поверишь. Саша. Тебе надо это, знаешь? Веришь? Тебе держать и надо GoPro. GoPro такой. На голову. Да, трение глазами Сани. Пытайся руки не сгибать по максимуму. Опускайся до самого конца. Вот, и поднимай. Руки пытайся прямыми держать. То есть вообще по минимуму их сгибать. Во. Ну как тебе? Чувствуешь что-нибудь? Да. Чуть ниже только опускайся, не докручивался. Что, какие ощущения? Классно, классно. 7, осталось 93. Вот. Антоха, Лиха, там, наверное, еще тут остальные, они тренят подтягивание, потом брусья, подтягивание, как в прошлый раз было. Ну и еще народ выходит. Сегодня такая особенно присоединяйся к любой группе, так сказать. Может быть, создам свою. Можешь создать свою, да. Я сегодня поджимался бы от пола. Поджимался бы, да, Миха? Брусьев, да. А что, он можно грудные, на грудные притащить, надо. Притащить этот... Что-нибудь, да, поделать. А где эти пеньки-то? О, какие люди. Здравствуй. Ты единственный, с кем я поздоровался на камеру, знаешь об этом? У нас тут... знаю, Саня. Да. Все, это... Серёга? Да. Пс, не хочешь немного подходиков? Давай. Будешь с нами их или нет? Во. Подходит. Засекать, засекать кто? Да. Давай, я тебе сейчас скажу, что неправильно, что так.
Ведь если можешь на скамье... А, вот, на этой скамье, иди сюда. Вот он. Не, на этой, давай. Мне не нравится. Надо на этой. Надо на этой, давай. Надо на этой, иди сюда. Иди сюда, надо, Коля. Коля, Коля, я здесь. Коля, 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 ко мне, иди сюда. Да. Коля хотел Dragon Flag научиться, без проблем, давай. Нет, сюда, Коля. Коля, сюда. Коля. Вот. Давай я сделаю. Колян, давай, смотри, давай, ложись. Сейчас ты должен быть вот таким, прямым. Сделаешь на ней, сможешь Dragon Flag. Давай, поднимись полностью вверх, полностью. Выпрямись. Вот. Напряг пресс, напряги ноги. Опускайся, медленно опускайся. Еще, еще, еще чуть-чуть. Вот, держи так. Держи, держи, держи. Куда ты вверх пошел? Давай, пошел вниз. Еще ниже, еще ниже. Еще. Держи, держи на максимум. Держи, держи. Вот. Как ощущения? Нормально, но мне это больше нравится. Конечно, то и больше нравится. Давай, пап. Как держаться? Вот так вот. Локти к себе, да, вот так. Да, за эту штуку. Как тебе удобнее вообще? Ну, не совсем узкая, чуть-чуть, ну, где-то вот так, да. Полностью выпрямись, полностью. Еще. Березку. Вот, и опускайся. 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 Еще. Еще. Ну, было близко. Ну, это вот так было, под 45 дней. Я попробую сделать. Давай, Мих. Как ощущение? У тебя что, пресс, руки? Что у тебя устало, скажи? Меня? Что ты ощущал, когда держал? Мне дыхание, скажу, главное выровнять, а остальное я делаю. Ну там дышать можешь во время него? Ниже, 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 вот. Вот это хорошо. Да Миха может Dragon Flag в легкую втопить. Давай, выпрямись еще. Мне кажется, чуть прессы не хватает, Колян. Держи, Мих, просто держи. Давай, сейчас вы... Затем не делаю? Делаешь, но не так вот. У тебя немного ноги дрожат. Это не... Держи, все, держи. Держи, ну куда ты вверх пошел? Зачем вы вверх уходите? Держите, говорю, они вверх уходят. Я не понимаю. Выдохнул. Пару там напустил. Вдох, выдох. Пошел, смотри, я вдохнул. Опустился до горизонтали, которая меня не вырисает. Когда дошел до этой горизонтали, я выдохнул. Да. И потом вот я уже... Такие маленькие... Проблема вот здесь вот. Уже начинаю дышать. Ты вышел на 90. Ты выдохнул. И вот, тут ты уже дышишь. Вот главная проблема вот здесь. Вот ты выдохнул и пытаешься вдохнуть. Вдыхаешь, сука, баланс теряешь в этот момент. А, это вот из-за нехватки силы. Это вот. Потому что на задержанном дыхании. Это прессы поясницы. На задержанном дыхании, как бы. Держи пока на максимум на задержанном дыхании, туда он дойти, довести себя до того, чтобы ты мог дышать ее. Так, выкинь нахрен эту резинку, что вы к ней пристали, господи. Зачем она вам? Целый день. Зачем? Вот ты сейчас камеры, у тебя не было, а Коля тут такой вытворял. Вот, вот. Вот, Коля с бананом на резинке. Целеустремлённо. Ногами назад. Будет забавно, если она лопнет и Коля лицом в пол просто. Вот это будет реально смешно. Саша, давай! Держи, вот держи здесь. Давай, пытайся потянуть, пытайся потянуть. Пытайся потянуть. Гаденыш. Ой, Саша обзывается. Это ты негативно делаешь? Уже? Или фиксацию? Ну, тебе кажется, руки-то уже прямые, или нет? Ты напрягаешься? Саш, ты напрягаешься? Да. Ну, по тебе иногда не поймешь, ты постоянно улыбаешься. Да, Саш, ты напрягаешься? Саш, ты напрягаешься? А вначале было, как это, не напрягайся. Да, не напрягайся. Саш, ты напрягаешься? Саш, не напрягайся. Да нет, все, это уже смысла нет. Все, все, забей хрен. Оператор, пойдем тренить. Да, время подхода. Все, я уже снимает. Все. Ребята, с какой стороны? Любой, может там по кругу ходить, какой? Мих, ну не Мих, у нас подход. Все, жду. Давай.
Тоже опять 10 секунд, да? Да, кажется. Мы скажем на раз, два, три, наверное. Да, да. Еще! Можешь! Давай, только расслабься. Давай, так. Раз, на выдох, давай. Раз, два, три. Десять. Каждому представил на этого. Десять. 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 Все. Давайте, вы будете делать или болтать будете, девочки? Будешь ходить или делать? Он уже снимает. Я уже снимаю. Да, просто тупо. Ну, сколько сможешь? Сколько сможешь? Ниндзя. Сколько сможешь? А если я не посильнее? Если какой-то другой цвет я... Не важно. Даже если там потом... Мы потом по цвету поделим. Вы будете делать или болтать? Это ниндзя. Делать или болтать? Даже Саша уже на заднем плане делает. Саша... Кто такая Саша? Она как здесь. А, да не ждите нас. Уже все вас ждут, ёшки. Коля наконец-то узнал, как ее зовут. Ладно, поехали. Там, давай, раз, два, три. Господи. Ой, ой. Саня рассказывает, как он тренил. Значит, как я набирал по теме? Просто берешь вот эту систему обычного Ганнибала и долбишь ее. Прошло 2 месяца, и ты уже можешь почти 30-ку потеять. Прошло еще месяц, и ты почти 30 можешь потеять. Потом... Когда начнешь чернеть, вот там уровень надоело пошел. Надоело тебе, меняй. Допустим, ты уже можешь почти 30-ку. Вот тебе 5 подходов по 20, вот тебе сотка в сумме. Все, не паришься. Понимаешь? Вот как я тренирую. Она проста. Я делал не здесь, не с 10 до 5 и 5 подходов. Я сделал 12. Ну, поначалу, конечно, с 10, потом я сделал с 12. Я делал 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5. Вот. Это был верхний. Потом шли брусья, они у меня занимали почти 2 часа, потому что я делал каждый подход примерно по 4, по 5 раз. А мне надо было 20 за один. Ну, в общем... Что сказал сам, ты понял? А сколько отдыхал между ними? Не знаю, ну, сколько мог. Не, вот если ты когда один подход разбивал на несколько, сколько ты отдыхал? А, сколько мог. Мне так хреново было, что я пока смог, там, у меня до гола там пошилось, кислорода не хватало. В общем, мне было гипогликемия. В общем, мне было очень хреново на брусьях, я их ненавидел. А как видите, все теперь наоборот. Ну и вот. Потом также в нижнем. 12, 11, 10, тебе 6 тогда или 7 было? Сколько? Это было 3 года назад. Потом делаешь нижний так, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5. И все. А потом еще, что там? А потом все. Иногда пресс добивал, поднять. А потом же в детском саду брусья ненавидел. А перед этим всегда отжимаешь.
Вы треньте гайки. Хотите научиться нормально тренить, приходите к нам на тренировки в Нескучный сад. Каждые выходные расписание на сайте Workout.su. Смотрите наши видосы и будьте клевыми, занимаясь воркаутом. Вот и все на сегодня. Пока. Коля, что ты делаешь? Я? Не знаю. Они меня напугивают. Подъемники? Да. А ты назад. Выше. Come on. Выше.